это же мое яйцо! Ничего себе! Нет. Это же твои родители! Это мои родители! Сейчас мы будем убивать всех жителей тут леса! Ты вообще не мой отец, ты плохой, ты пидорас! Милу я убил, теперь надо вселен! Нюхай бебру! А, это же Миля! А ты знаешь, что у мальчиков и у девочек есть много различных вещей. Вот. Да. Да! О! Серёжа, блядь! Многие не верили, что он вернется. Ааа, блядь, ни один нормальный сих, сука, в голову не лезет. Пойду прогуляюсь, может, ума наберусь. Опа! Блядь, чешется жопа нахуй! Лона! Дядя Шнюк, привет! Здравствуй, Луна, у меня к тебе важный разговор, быстро домой! А зачем? Быстро домой! Играли. Луна, иди домой! Мы не играли! Проиграешь потом, иди нахуй! Блядь, Луна, домой! Помогите, блядь, помогите! Домой! Помогите, блядь, сдохни, блядь! Домой! Блядь, домой! Блядь, домой иди! Мальчики, блядь, приветно! Заткнись нахуй! Домой, блядь! Домой! Ой, пидорас! Домой! Иди домой, блядь! Луна! 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 Сейчас пойдешь поиграешь, у меня к тебе важный разговор есть! Заходи туда! Заходи в библиотеку! Ой, блядь, хуй! Луна! Луна! Пора нам с тобой поговорить, что такое Луна! Смотри, это нужно для того, чтобы получать не только удовольствие, но и чтобы... Короче, снимай трусики, давай я тебе все сейчас подробно объясню, блядь, кто там ходит. Давай. Луна, да, Луна! Уйди нахуй! Да что за хрень, а? Надо сходить, простить, Луна, а? Засоси, сука! Ох, давно я так не развлекался. Ой, блядь! Шершуля? Ты что, больной? Ты чё сюда пришел? Хотел тебя спросить, что тут ты занимаешься, а ты вижу, что ты делал. Ну да, я тут поразвлекался немного. Что? С маленькой девочкой, ты чё, больной? Да ладно тебе, это моя внучка, ничего не будет. Ты больной, скажи? Да нормально все, не ссы, она уж сдохла. А может, втроём? Втроём? А это как? А вот так!